Отопление подключено в 95% жилых домов Твери. Как сообщает администрация города, основные работы по пуску тепла выполнены. Однако остается ряд локальных проблемных точек, например, в микрорайоне Южный, где отопления нет до сих пор. Причина – ремонт теплосетей. Планируется, что к отоплению жителей Южного подключат в этот четверг, 3 октября. В настоящее время там производится перезапуск магистрали в районе пересечения улицы Можайского и бульвара Гусева. Обеспечение ее штатной работы позволит минимизировать риск отключений в зимнее время. Ремонт должен быть завершен до конца дня 2 октября. В связи с производством работ отопление отключено в ряде домов микрорайона, сообщают в пресс-службе администрации. Что касается отопления в остальных районах города, то по данным на утро 2 октября отопление подключено в 2383 домах города, что составляет около 95%. В отдельных случаях отсутствие отопления связано с работами на внутридомовых сетях и в теплоузлах. Если же жители видят, что в указанный в графике срок тепло в домах не появляется, то в первую очередь, конечно, надлежит обратиться в свою управляющую компанию и выяснить причину. Поскольку не всегда это зависит от Тверской генерации, могут быть случаи неразвоздушивания внутридомовых систем, либо несвоевременного открытия задвижек на вводе в дом управляющими компаниями. И только в случае, если давление на вводе в дом отсутствует, надлежит обращаться в диспетчерские службы города либо Тверской генерации, где будут даны разъяснения о причинах и сроках устранения и подключения тепла, если такие отклонения будут.